fucking bunch of Rubik stuns. Jesus Christ, I can't move. Сидит на стриме, говорит: Ростик, это вообще забей, он там за хайп, там, мать что-то там продаст, что-то такое, типа там за хайп, ну это его слова были. Проходит пару месяцев, сидит в будке с накрашенными губами, блять. Я не удивлюсь, если там еще и посрали на него, блять, за 200 рублей там, или за сколько, или за 100 тысяч, блять. Я ебу твою мать, Вивер, я ебу твою мать. Тебе на тесте. Тут тебя уже ждут ежедневные бесплатные сокровищницы, в которых выпадают как коллекторки, так и арканы. Новая линейка Мир Золотой Айсрока под завязку набитая коллекторками. И трежерки с мультикастом, где можно получить аж до 4 шмоток за раз. На 15, 30 и 40 уровнях тебе в награду дадут сокровищницу, в которой только арканы. Переходи на сайт, вводи мой промокод и получишь 15% бонус к пополнению и бесплатную трежерку. Домкам очень жду, Домкам Deliverance вторую часть. Егор, ты можешь соло убивать этого вивера? Ребят, ну они супер, что это за хуйня? Ну мы тратили 3 тп на топ, давай, потому что пишешь, мы пишешь, не понимаем, пишешь, можем да, бегать за ними. Типа... Зачем мы пушим эти вышки, ебаные? Мы можем бегать за ними, все правильно. У нас нет тавер дэмэджа. Блять, у нас дух... Ладно. Ребят, ну, типа мне не нужен нравится. Нужен разбор реплея. Ну, короче, да, ребят, по-братски. Посходи, Хармачев. Мне впадло, типа, играть. Ну, вроде все знают это, но... Ну, типа, есть конструктивная информация, если я говорю, придите вниз, например, вышку заберем. А есть информация деструктивная. Сделайте что-нибудь, пиковайте. Это деструктивное. Потому что что-то, где-то, кого, чего, блять. Вот вместо какого-то позитивного вайба я начинаю слышать, ну, чё-то, парни, надо там, ну, вот что они делают, типа, надо их как-то... Ну, надо их как-то, да. Ну, не получается, сори, скилла не хватает у меня оказаться заранее в нужном месте, чтобы кого-то поймать. Ну, типа, и не хочет это слышать. Это же не несет никакого позитива. Если ты, ну, кто угодно, настолько хорошо все знает, что сделать, то скажи мне за 30 секунд до, чувак, пойди, сейчас там будет противник, вернешь его. Никто же не говорит, а сам я тоже не знаю. А уже постфактум слушать, что можно было что-то, где-то, куда-то, это, ну, деструктивно ненужная инфа, которая только и раздражает на самом деле. Немного токсично звучат вот эти претензии постфактум. Я вообще, в принципе, с ним согласен. То есть, он, причем правильно, он во время игры продержался, игру до конца довели, а потом сказал... Фишка-баг на Windranger. Никогда не забывайте о ней, всегда думайте, если вы играете со вторым аспектом АУЕшный Focus Fire. Вот у нас дефолтный Focus Fire, у челиков по 20 армора, ну, наносит около сотки. Мы нажимаем брошку, и она не тратит ману нам. Но при этом армор пробивает, то есть она работает на Focus Fire, но ману не тратит. Вот у меня, короче, на прошлом стримерс батле мы играли, и там, короче, сидел Дукаля, и все просто раскаливал до минуты 15, я просто сидел качался, голова Чростян, просто бегали, ебались, я просто качался первые 15-20 минут, и все, потом сосили. А, ты про то застал, где у вас... Где у вас, блядь, на 30 тысяч ПТС больше? Давай, братан, идем в субботу! Да, 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 попиздите. И в рот еще давай. Давай, давай, да, да, попиздите, 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 попиздите. Или бустеров ебаных по-пиздите. Турнир, блядь, на турнир. И мы еще и в рот. Ну так хуйня. Финиш. У них тоже. Что это? Бля, да че тогда ебаные способности до этого? Ух, нихуя, он мне так нормально с оборотом ко мне прибежал. Оп, тихо. И чё получается, что, типа, игрок, почему ему не похуй стало вдруг? Да, то есть он же еще и, ну как бы,
Обол какой-то получается, потому что из разряда он меня обвинил в чем-то, чтобы какие-то люди потом говорили, что этот крутит ботов. Я, блядь, ни в жизни не крутил никаких ботов. Кто тебе сказал, что я кручу ботов? Ну, я! У тебя есть доказательства какие-то, или ты просто пи***ешь, или что? Я не кручу себе ботов, но их можно накрутить на любой канал. Может быть, это ты, нахуй, накрутил мне ботов? А, блядь? Фир! Я фир, блядь, нажал! Он в фире сел на член мне! О, я умер еще, блядь. Сила будет в писюнчиках этих, в айдолонах. Ты типа на них собираешь. Работяне. Я очень люблю, кстати, это слово писюнчики. Конечно, блядь, со стайком мне сложно играть, ребят. Хуй стоит, блядь, просто. На клавиатуру не могу нажать.